Салют, друзья, гости, подписчики, всем привет. Сегодня у нас продолжение, вторая часть ремонта, обновление сапог итальянского бренда Грациано. И нам необходимо заменить мягкие задники. Для этого нам понадобится их отпороть, удалить. Вот таким образом выглядит подкладка из цигейки. Со второй мы будем делать ту же работу, что и с первой полупарой. Но так как задник будет устанавливаться и кроиться чуть больше и чуть выше, вшиваться на свое законное место, мы просто срежем этот задник и будем кроить новые карманы, новые задники. Берем кожу подкладочную, хорошую, качественную, очерчиваем геометрию, прибавляя размер задника, чтобы он перекрыл впоследствии все проплешины, мех, который вытерся во внутренней части пятки по одному готовому карману. Также вырезаем второй, примеряем его на место будущей установки и будем спускать края, чтобы впоследствии они не натирали и не было дискомфорта при ходьбе и не страдало ахиллесово сухожилие. Вот, карманы мы края спустили тонко, и далее нам необходимо будет наметать карман, то место, где он и должен располагаться. Наносим клейный лид как на сам карман, так и на окружность подкладки и начинаем вклеивать его. Вот таким образом карман мы наметали, пусть немножко подсохнет, и займемся второй полупарой. И таким же образом клеим карман, задник на его законное место. Далее у нас по плану мы двумя строчками вшиваем задник, чтобы он надежно держался, не съезжал, не загибался при ходьбе. И нам останется только вклеить его во внутреннюю пяточную часть жесткого задника, который мы предварительно установили. Располагаем все это на сырую, пока клей не схватился. Вот такой у нас получился задник. Завернули стельку и опять на колодку, опять формовка. Пятка должна приобрести прекрасную форму, повторяющую форму колодки пяточной части. Со второй мы делаем ту же операцию, промазываем клейный рит, как внутреннюю часть жесткого задника, так и сам карман. И вклеиваем подкладку с вшитым в нее задником во внутреннюю пяточную часть. Заворачиваем стельку и также ставим колодку, одеваем и формуем уже саму пяточную часть мягкого задника. И далее у нас по плану застрочка шва, боковой шов со стороны молнии. Делаем застрочку на одном сапоге, делаем закрепки, чтобы впоследствии нитка не распустилась. И то же самое мы делаем и на втором сапоге. Делаем застрочку, закрепки, и вот такие у нас получились задники мягкие. Конечно же, шористой поверхностью, бахтормой наружу, для того, чтобы пятки не натирало, и чтобы было все мягко, комфортно, удобно и отлично. Сапожки у нас практически готовы. Такой был у нас ремонт, обновление сапог из натуральной кожи итальянского бренда фирмы Грациано. Вот такие заднички у нас получились. Внутренняя пяточная часть
в полном порядке и готова к использованию. Также сапожки прекрасно выглядят и снаружи. Вот такие пяточки у нас. Жесткий задник придал им форму, а мягкие задники содержание внутреннее. Вот такая пара сапожек, которая была произведена итальянской фирмой Graziano и допилена уже русским напильником. Если у вас нечто подобное, обращайтесь. Будем рады и вам выполнить работу на совесть и качественно. А на этой минуте всем желаем крепкого здоровья и до новых встреч в новых видео. Всем пока. Пока.